Ребят, всем привет! Вы на канале «Другая жизнь» с Мариной Кью. Сегодня я приготовила для вас новое позитивное видео, мотивационное, которое обязательно вам подарит улыбку и хорошее настроение. Если такой формат вам интересен, присоединяйтесь. Вот у нас шеф-повар кормит нас завтраком, да? Рассказывай, что ты здесь нам приготовил. Я поставил... Угу. Как оно хоть называется правильно? А ну, прочти его. Какой-то перец, да, получается? Я не знаю, как на английском, я не знаю. Ну, скажи на английском. Banana papers. Banana papers? Точно, banana papers. Я даже не знала, как оно называется, если честно. Мне просто нравится как. Что, Катеринка, что у тебя? Тебе надо помочь? Да, вон у нас 7 утра. 8 почти, 7:48. Катерина у нас уже вся в работе. Что тебе помочь? Рассказывай. Ты не знаешь, что от тебя здесь требуется? Здесь тебя просят обвести смешные вещи, которые ты видишь в музыкальном магазине. Смотри. You mean what doesn't belong? Нет, здесь не указано doesn't belong. Здесь указано silly things. То есть какие-то вот такие смешные, забавные... Вот, видишь? Вот это бери теперь и обводи. Так, а вы что устраиваете? Да, вот все спрашивают, неужели у вас вот так прям все всегда хорошо? Вот смотрите, у нас воюют, до сих пор воюют, но уже, правда, не так, как было раньше. Больше у них уже это в формате игры. Вот, пожалуйста, у нас все трещит по швам, уже нужно будет скоро менять мебель. Видите, тоже коты у нас ее своими коготками. И вот здесь тоже. Да, сейчас идем, Ромчик. Я попробовала уже ремонтировать, я, наверное, сегодня еще попробую подремонтировать. Кто-то бы, возможно, пошел бы и купил бы новый диван. А вот мы в таком положении, что не можем. Буду сегодня чинить. Вроде бы получится. Сделаю. Да, Луки, оставь нашего сихока в покое. Никитка, мы идем кушать. Давай. Давай, я на паузу нажму. Хорошо? Да, на паузу. Отлично. Все, Катеринка, идем кушать. Уже Рома все нам приготовил. Идем, да? Папы нет у нас. Папа у нас поехал по делам, хотя у нас и суббота. Можешь садиться. Выбирай, где ты хочешь сесть. А, это ты мне два сразу. Мне два много, я один съем. Ну, все равно, спасибо. Окей. Приятного аппетита. Ой, ребят, смотрите, тоже комментаторы. Пару видео назад я показывала, что я сделала стрижку дома самостоятельно. Вот именно тоже путем обучения в Ютубе. И мне очень нравится. Конечно же, о том, что я там неправильно сделала филировку, еще там что-то, что затем бедные парикмахеры будут вынуждены все исправлять. Я тебе сейчас подам, хорошо? Сейчас я тебе дам этого Спайдермена? Yeah. Хорошо, дам. Yeah, we can buy new Spider-Man shoes in Walmart. Yeah, у тебя есть уже Spider-Man shoes. Давай быстренько, мы уже будем сейчас отвозить Рому. Рому будем сейчас отвозить. Да, ребят, может быть, где-то я что-то выполнила не так, но мне нравится, мне очень нравится результат. Сейчас я укладываюсь буквально за одну секундочку, ну, за две минутки. Даже нет двух минут, наверное, буквально полторы минуты мне нужно. И вот именно челочка, как она правильно говорят, шторка, да, не знаю даже, как там правильно. Вот именно тот результат, который я и хотела. Мне нравится. Что, Катеринка, давай еще тебя тоже сейчас причешу и будем ехать. Да. Конечно. Сейчас будем ехать и все разберемся. Окей? Никита, подожди. Так, ребят, мы только что приехали с магазина, отвезли Рому тоже, понятно, на работу. И я получила такое интересное сообщение, комментарий о том, что... у вас все видео такие классные, они аж подбешивают. У вас так все в семье хорошо. Вы знаете, как это хорошо? Мне тяжело удалось. За годы
скажем так, слез, да, неудачного опыта в предыдущем браке, через сколько тоже пришлось пройти Чеду в его прошлых отношениях, даже в этих наших отношениях у нас тоже были проблемы. И мои зрители, постоянные зрители моего канала, они об этом знают. Я точно так же рассказывала, делилась нашей историей, почему у нас так получалось, как мы это тоже преодолевали, как мы чуть не дошли до развода просто из-за того, что я боялась перешагнуть через свои страхи и боялась, вот казалось бы очень банально, я боялась сесть за руль автомобиля и начать водить. Поэтому мои постоянные зрители моего канала, они об этом знают. Но именно этот комментарий мне дал идею для моего нового видео. Сейчас хочу созвониться со своей подружкой Вероничкой. Сейчас буду ей звонить, спрашивать ее разрешение, поделиться ее историей. Почему? Да, потому что истории вот таких вот блогеров, как мы, они порой влияют на жизни других людей. То есть мы неосознанно подаем им свой пример. И я в видео... В следующее, да, вот попытаюсь, если мне Вероничка сейчас ответит, я тогда сразу запишу для вас новое видео, где хочу раскрыть именно эту тему более глубоко. Если вам интересно, не пропустите, да, это видео. Если вы вдруг не подписаны, подписывайтесь, поставьте колокольчик тоже, да, и тогда вам будут приходить уведомления. Ну, а если вам, конечно, да, счастливые отношения не важны, хорошие примеры не важны, и вы... подбешиваетесь, да? Как там была именно вот такая формулировка, если вас такие семьи бесят, подбешивают, неважно, да, то, разумеется, тогда и смотреть мое видео не нужно, потому что у меня видео все действительно, я стараюсь выпускать более мотивирующими, рассказывать, показывать о том, что хорошие, нормальные существуют отношения, и это норма. В общем, да, хочу вот именно этой теме уделить мое следующее видео, я вам расскажу, покажу, уверена, что это видео вам будет очень полезно. И также отвечу там параллельно на вопрос, так как эти темы все-таки они пересекаются. Тоже девушка меня спрашивала, оставляла комментарии, учитывая мой негативный опыт в первом браке, требовалась ли мне поддержка психолога, проходила ли я с кем-то вот именно эту поддержку, потому что у нее сейчас такая ситуация, что вот ей будет нужна эта поддержка, и поэтому она задает вопрос, я обещала ей ответить, и вот эти вот две темы я хотела бы вот озвучить, потому что они очень-очень, как бы одна выходит из другого, да, то есть можно это все преподнести в одном формате, и я думаю, что такой формат будет женщинам моим полезен. Да, все, иду быстренько теперь открывать психолога, пойду с ним прогуляюсь, а, кстати, Чет у нас, его нет дома, он поехал делать себе подарок, рождественский подарок. Будет брать он новую машину, о которой он уже давно мечтал. Не знаю, получится ли у меня смонтировать это в этом видео, не получится в этом, смонтирую тогда где-то в других видео, вам покажу, расскажу. Знаю, опять у меня будут комментарии о том, насколько мы неумело обращаемся с нашими деньгами, одна машина, другая. Ребят, все расскажу и объясню, почему в нашем случае это правильно. Хотя бы даже просто потому, что деньги наши, и мы так решили. Ладно, ребят, сегодня я хочу с вами попрощаться. Хочу напомнить, да, что присоединитесь ко мне, пожалуйста, в следующем видео, если тема счастливых отношений вам интересна. Уверена, что вы для себя найдете очень много нужной, полезной информации. А самое важное... мотивирующий, и только вы можете изменить что-то в своей жизни. Никогда никому не завидуйте. Узнайте поглубже, как людям удалось достичь таких отношений. Ладно, ребят, все, прощаюсь, а то уже деткам моим скучно. Буду сейчас развлекать, будем опять вот продолжать. Катеринка у нас вновь, да, занимается своими делами, да? Покажи, какие вы конфетки только что взяли в магазине. Ты уже свои попробовала или еще нет? No. Никитка тоже еще не попробовала, я тебе сейчас открою, хорошо? Это неудобно, не попадает в камеру. Сейчас откроем Катеринке ее конфетки. Никитка, и ты тоже потом начнешь заниматься, хорошо? Вот, Катеринка уже сделала свое домашнее задание. А мне? Спасибо. Да, покажи, какие ты конфетки себе купила. Очень вкусные конфетки. Спасибо, Никитка.
We were thinking they were spicy. Да, ребят, в общем, прощаемся, занимаемся домашними делами, продолжаем, да? Ну, а с вами, как всегда, увидимся в наших следующих видео. Пока-пока! Ну, что ты скулил? Хочешь заходить? Заходи. Никита, Рома на работе, его нет дома. Ты хотел поделиться с Ромой конфеткой? Ну, оставь ему пару штучек, когда он придет с работы, ты ему дашь, хорошо?